Всем привет! Сегодня буду готовить очень простое и вкусное овсяное печенье. В миске смешать мед, яйцо и растительное масло. К овсяным хлопьям добавить муку, разрыхлитель, щепотку соли, имбирь и корицу. Перемешать. Соединить обе смеси и замесить тесто. Влажными руками сформировать печенье размером с грецкий орех. Выложить на застеленный противень и слегка прижать их сверху. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 12-15 минут. Получается очень вкусное, ароматное печенье. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!